Один из самых интересных художников, Уайт, интересен уже даже начиная с выбора непосредственно самих сюжетов. Если не каждый художник рискнет писать трещины на стенах, выбоины, старые рамы, Уайт это делает мастерски и при том вызывает к натуре некую любовь и восторг. Очень выразительно выбирает средства. Как художник-график, он очень тонко чувствует линии, штрих. Вот, и передает это просто великолепно. Копировать этого художника очень-очень сложно. Вот перед нами выполненная копия «Порыв ветра» Эндрю Уайта. И вот интересно было при копировании вот проследить развивающаяся занавеска, как у него идет линия, как идет штрих, как он эту фактуру осваивает. Конечно, как у него рисуется трава, казалось бы, задний план, темная полоса деревьев, вот, но он находит определенную прелесть и делает это очень красиво, графично, я бы сказал, изысканно. Вот, на все эти нюансы приходилось обращать внимание при копировании этого произведения.